мыслей, наверное, была больше. Потому что очень много отказов там было. Что-то я и сама не стремилась, можно сказать, потому что отказов много было. Ну, на самом деле, я тоже там была, и слово «Орифлейм» воспринимают как ругательное слово. В основном люди, я с этим столкнулась, поэтому... Вот. Вы знаете. Да, то же самое, да. Ну, в общем, здесь компания очень сильно расширилась последние 2 года, да? Открыла завод обуви, одежды, в Питере обуви, в Москве одежды. И вечерние платья есть, все там расшитые блесками, чего только нету, да? Разная одежда. Я смотрела, чтобы просматривала каталог. То есть показы мод постоянно от известных дизайнеров. Вот от Рогова сейчас коллекция, например, еще новая будет. Вот. Поэтому, ну, тут понятно, каталогом. Тут надо 40 томов каталогов печатать, да? Вот. Чтобы. Поэтому компания предоставляет интернет-магазин по ссылочке. Я активировала его. Там цена сразу с накруткой, себе там ни в коем случае не заказываем. Вот. Мы его для работы используем. Это, например, когда я хочу как бы заказать что-нибудь, не надо. Ну, что-то, да. На свой... .com, да? Да, там личный кабинет, там у нас цена склада отображается. Ага. Вот. Ну, там что надо, хостовары, чай там, подарки какие-то. Ну, да, я смотрела, там, там пишется, что цена и своя цена, ну, которая нам уж. Да, я вот себе там тоже беру в основном чай зеленый очень много, но вот молочный улун сейчас появился, его беру. До этого травяные брала, потом еще хостовары все беру. Я посмотрела, да, цены там намного дешевле, чем в Орифлейме даже. Ну, нашли даже, чем в супермаркете, там дешевле. С Орифлейм можно не сравнивать. То ли там румяна 1200, то ли тут 148 рублей. Ну, за такую цену вроде как-то и не должно быть такого. Вот, ну, дешевле, конечно, да, я смотрела. Да, причем держится хорошо. Вот у меня есть диоровские тоже румяна там с тенями, 89 евро, да, я брала. Но они вот держатся не больше полчаса. Они все осыпались, и все. А тут я за 148 рублей, так это, понравились мне. Ну, косметику все равно я редко покупаю, раз в полгода. Вот, в основном все-таки стираем каждый день. Вот туалет, ванну мыть, вот эти средства, посуду мыть. Здесь они тоже дешевле, и они... не вонючие, и для детей тут все можно, порошки 0+, да, вот. Ну, мы смотрим, да. Поэтому себе тоже выгодно брать, ну, привносим копеечку свой товарооборот. Но основное, я вот 1,5 года работаю, да, у меня 7000 постоянных покупателей с разных вообще регионов, Казахстана даже у меня 1002 человек есть, Украина, Белоруссия, ну, и другие. Вот, мы тут не ограничены одной страной, 31 страна. Поэтому размещаем рекламу, люди сами нам пишут. Спамным методом это уже устаревший метод, там кому-то что-то в личку писать, да, самим. Размещаем рекламу, подключаем программки автоматические, да, и просто принимаем заявки, отклики, которые к нам по рекламе пришли. Вот. То есть все это у меня в обучении есть. В обучение добавлю сейчас первоначально в Телеграме, да. Вот. И... там нужно будет чат начала работы сначала прочитать. Все там, все программы нужно знать. Подарочные, вот эти стартовые. Сейчас вот духи новичку в подарок, да? Да-да-да. По стартовой... какие-то бонусы, какие-то карточки там. Да, бонусные карточки. Там розыгрыши путешествий, куча наборов призов. Прям тысячи, да? Каких-то призов. Ну, там надо читать, конечно, смотреть. Да, на каждые 300 рублей покупки дается такая карточка. Вот. И они все 100% гарантированные призы. Вот. Хотя бы что-то странное будет получать. Ну, да? У меня вот, у меня 12 карточек последний раз пришло. 3 приза и 3 скидочных на разные продукты до 70% там. Вот такие мне попались. И просто 3 приза, чего-то там. Тоже жидкое мыло. То еще что-то, ну, такие. Мне очень приятно, конечно. Да. Когда бесплатно. Да. Вот. Ну, в общем, ну, этого обучения нет, это периодично такая акция. Сейчас еще акция каждую неделю 3 айфона разыгрывается и еще 100 подарков. Да, надо хэштег просто выставить, да. Да. Вот. И тоже надо участвовать, потому что айфон тоже бесплатно нигде не раздают, а тут можно выиграть. Айфончик не помешает.
Да. Вот. Потом есть еще VIP-программа. Вот ни в одной компании такого нет. Если личных 100 баллов делать, это не обязательно, по желанию. Личных 100 баллов, если делаем, компания сама регистрирует под вас людей. Вот те, кто с вашего города, да, между VIP-ами с вашего города идут регистрации. Обычно это хорошие покупатели идут. Но они позже могут включаться в работу тоже. Если они сначала... Цель сначала... Например, если под тебя кого-нибудь записывают, ты можешь с ним как бы контактировать, получается, да? Конечно, просто... да. Приходят же контакты, да, нужно, конечно, познакомиться. Там сказать, что обращайтесь за помощью, что обучение у нас есть. Вот. И, в принципе, ну, в основном, кто вот с общего сайта идет по VIP-ам, да, это обычно просто... Они хотят брать себе продукцию. Кто-то по телевизору рекламу посмотрел, она же идет сейчас вот. Ну, просто регистрируются, получается, они да, с целью заказать, да. А потом их можно уведомить, что ну вот на бизнес можно еще. Они тоже включаются. Вот, поэтому тоже хорошая эта штучка такая. Потом премия сейчас удвоенная. То есть вы тоже попадаете под эту акцию «Быстрый старт». Там премия не 55 тысяч директору, а 110 тысяч сейчас. Ну, вообще все премии удвоены. То есть следующее, если на следующее звание выйти, то она тоже удвоена будет. Вот. Ой, еще бы на этот выйти. Ну. Здорово. Надо просто инструкции соблюдать, подавать нужное количество объявлений в день и за месяц, в принципе, можно даже выходить на директора. Чего там тянуть тогда? Ну, целый год растягивать не надо. Вот. Всему этому научу, там сопровождаю полностью, я всегда на связи. Вот, рабочие аккаунты быстренько создадим, обучение там, ну, максимум 3 дня обучения проходим. Вот первый чат, там информации часа на 3. Все это смотрим, потом быстренько за один день аккаунты рабочие подготавливаем, на следующий день уже размещаем рекламу. Вот, и в принципе уже сразу идут регистрации, и, ну, при средней работе 7-10 регистраций в день. Вот. Даже такое может быть. Да, у нас есть секретный метод. Я его в обучении не выкладываю, только с активными устно, да. Там есть у нас еще чат отчеты по работе. Там увидите, что люди отчитываются, новички, и там написано, что то 7 регистраций в день, то 10. Вот. Что столько-то. Столько, да. Столько, конечно, здорово. Да. Ну, с Арифлеймом такая статистика не работала. Там, по-моему, 1000 разошли, и может никто не ответит, наверное, как-то. Нет, я даже, вот, ну, все помню, даже когда работала, да, да. Можно сказать, да. И они даже отказывались, они просто, ну, как, брали уж у меня продукцию, потому что нравится. Ну, я тут продажами не рекомендую сильно заниматься, потому что... Лучше время уделить подаче рекламы. Ну, понятно, если соседка пришла и захотела там спортивную одежду купить или платье, да, то, естественно, дело, да? Естественно, мы отказываться не будем, да? Вот. Ну, суть в том, чтобы в интернете-то людей тысячи, и тут больше будет. Ну, да, сейчас все, как говорится, все в интернете сами целыми мемами. Да. Ну, и там родителям тоже, допустим, тоже можно по себестоимости, естественно, потому что здесь цены ниже, чем в супермаркете. Вот. Ну, и продукция очень качественно идет, за этим вообще следит компания. А вообще, вот, что-то я не нашла информацию, сколько лет Орфелин на рынке? 20 лет. Вот ассамблея была, мы ездили, да, на ассамблею в следующем году. Я вчера смотрела, что-то не нашла, а то ведь дети спрашивают там. 20 лет, да, компания. А, в общем, в следующем году еще поездка на Бали бесплатно от компании. Так что надо вот активно работать и все вместе ехать на Бали. Вот. Ну, сколько у вас времени ребенку? До сколько лет? Полтора годика у меня ребенок. А моему 9. Ну, в принципе, у нас почти все мамы. Тоже с детьми, все многие в декрете сидят, и есть с 5 детьми, с 3 детьми, и успешно на директора тоже выходили. Поэтому мамы, наоборот, более ответственные и мотивированные. Конечно. Потому что... Мама в денежке нужны. Я бы сказала, что на ребенка в полтора года расходы не такие уж большие, как вот дальше. Ну, все время надо побольше. Я хочу его одеть, все хорошее, качественное хочется ему.
Да. Ну, сначала это там мелочи, еда, памперсы, все такое, одежда, да. Потом начинается телефончик покруче, велосипед то один, то другой, то еще там что-то такое. Ну. Компьютеры, ноутбуки, все там уже чем дальше, тем дороже. Не надо пока. Пока об этом не думаю, но вещи таких хватает. И на институт откладывать уже пора. Не говорить. Сейчас пройдет, вроде бы родила уже полтора года. Понятно. Ну, в общем, в Телеграме тогда напишу. Ага. В чат и скину. Если что-то вопросы, можно и в общий чат обращаться, там все помогут, и ко мне. Вот. Ну, про мультиуровневые выплаты это все понятно, да? То если мультиуровневые выплаты, это понятно, да? Ой, еще расскажите, что-то я не услышала. Может, не... Многоуровневые выплаты. Ага. Это в курсе, да? Ну, там, а уровни сколько там, в каком уровне, по-моему, да, там, сколько процентов идет тебе? Ну, там вот так. Если, допустим, с Инстаграма выбрали метод Инстаграм. У нас 20 методов подачи рекламы. Допустим, выбрали 2, Инстаграм и ВКонтакте, да? В Инстаграме 100 человек зарегистрировали, из них кто-то зарегистрировал под них еще 200, да? То товарооборот компания платит с 300 человек, а не со 100. То есть это все под вашим магазином, со всех получаете процент. Вот, поэтому... Ну, приходи обучение, наверное, будет, что я верну, там где-то. Да, угу. Ну, это плюс пассивного дохода, да, то есть я вот часто езжу за границу, и если я не работала месяц, у меня зарплата-то никуда не делась, все клиенты постоянные, потому что кто попробовал, даже вот это для плиты духовок средства. Ну, получается, например, если я правильно понимаю, если я, например, ничего не буду заказывать, если они у меня будут работать, получается, я счет них уже буду зарабатывать, да? Ну, вот у меня, например... В баллах-то разбираетесь, да? В баллах, если скажу, или в рублях говорить? Нет, в баллах лучше. Ну вот у меня в структуре где-то почти 50 тысяч баллов, да? Понятно, что я зарплату получаю с них, я же не могу на 3 миллиона лично себе назаказывать. С другой стороны, если я закажу себе чай зеленый, мне 200 тысяч, за него тоже никто не заплатит. Поэтому мы получаем с товарооборота структуры, естественно. То есть всех вот покупателей, большинство просто как покупатели себе берут со скидочкой. Вот. Ну, привносим, как бы, по мере возможности, меняем, конечно, магазин, привносим свой товарооборот. Если мясной магазин открыли, за соседом ведь не пойдем. Ой, к соседу за мясом ведь не пойдем. Ничего. Вот. Да-да-да, я слышно. Алло? Алло, да-да, слушаю. Угу. Ну, в общем, в основном это все со структуры зарплаты, естественно, идет. Угу. Вот, поэтому... Ну, я так понимаю, групповой товарооборот. Ну, естественно, да. Ну, себе тоже стараемся там, ну, да, что надо. Ну... А вот нет там, например, минимальные баллы, сколько держать надо себе? Ну, смотря что хотите. Если вот хотите идти по стартовой, и все хотят по ней идти, да, получать... Наборов на 14 тысяч рублей. Нет, не 100, там всего на 1499 рублей, еще минус скидка 20%. Ага. Не знаю, это баллов, наверное, 15. Вот. Да, если да, сделали, да. Уже духи в подарок, уже следующий шаг, тоже участвуете там. А следующие шаги там, то набор хостоваров, то набор кремов. Ну, то есть, грубо говоря, почти вся сумма возвращается набором обратно. Поэтому все очень хотят по этой стартовой идти. Вот. А таких прям, что на 20 тысяч закупок, ну, я знаю, что в Арифлейме 150 баллов делать надо, но здесь не надо 150. Да-да. Там это слишком много, 150 баллов, да, условия. Да. Угу. По сумме там прилично получается. Угу. Да. Ну, в общем, в чате все изучайте. Ага. Вот. И будем тогда все работать. Вот. Ну, хорошо, спасибо. Ага, ну, приятно было познакомиться. Ага. До свидания.